всех присутствующих на данной пресс-конференции кандидаты в депутаты по 8-му избирательному округу, да, по 8-му территории, значит, в первую очередь благодарны избирателям, которые проявили исключительную активность и пришли на выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание. И второе, что я хотел бы от себя лично высказать, да, я был инициатором этой пресс-конференции, я обратился к своим коллегам, участвовавшим в выборах, и хочу сказать, что я, например, как кандидат в депутаты, как человек, испытал огромное удовлетворение от того, как проходила выборная кампания в нашем избирательном округе, как проводили выборную кампанию присутствующие здесь представители партии. Мы находились в замечательном человеческом взаимодействии и с Петром Забирокиным, так сказать, представляющим «Яблоко», и с Юрием Петровичем Савельевым, представляющим КПРФ, и, так сказать, с Евгением Лиховцевым, представляющим ЛДПР. У нас была у каждого своя задача, но мы все находились корректных взаимодействиях, и, в общем, нам сегодня не предстоит, не представляет никаких трудностей для проводить вот эту вот совместную пресс-конференцию, на которую мы вас пригласили. На сегодняшний момент, я думаю, достаточно у нас документов, да, чтобы не сомневаться в том, что мы можем назвать эту ночь действительно ночь политического бандитизма. Центральная комиссия размещалась в здании администрации Центрального района, стали появляться представители администрации, они выясняли, что вообще происходит. После этого был зафиксирован факт попытки давления администрации на операторов системы ГАЗ-выбора, которая была успешно, эта попытка пресечена, так сказать, наблюдателями, и там просто была установлена стража, которая не пускала туда администрацию. Довольно забавная ситуация. В тот же день, 4 числа, я принимал участие, меня Лушников пригласил в передачу прямого эфира, и я сказал, что вот более грязных выборов, которые были вот сейчас, которыми мы столкнулись на восьмой территории, я в жизни не встречал. То есть, по сути дела, «Единая Россия» поступила так, как ее окрестили. Партия жуликов и воров, как будто карманник вошел там в трамвай или троллейбус, залез во все карманы и обчистил карманы, в данном случае подчистил голоса избирателей. Полностью оправдывает вот свое сложившееся мнение в сетях интернет. Ну, в результате, ну, вот мы посчитали, с учетом этого дополнительного голосования, у КПРФ утащили 900 голосов, что составляет 3,1% вот от того, что происходило. А в целом у нас утащили 14,16% и добавили 30,71%, которая была у «Единой России». В результате на этом округе «Единая Россия» получила около 45% голосов. Вот такая ситуация. Ну, еще несколько слов хотел бы сказать, свои общие впечатления. Я выражаю твердую уверенность, что сейчас на примере вот нашего избирательного округа номер 8 и на ряде других отрабатывались технологии будущих президентских выборов. Это голосование по производственному принципу, когда будут создаваться избирательные участки вот на производствах, и там под контролем дирекции будут происходить или там голосования. И если мы вот оставим вот эту ситуацию в том виде, в котором она была, не придадим ее огласке, не заставим граждан нашего города, которых не 10 тысяч, не 50 тысяч, буквально 100 тысяч человек, которым не дали нормально проголосовать. Это сотни тысяч человек. Вот об этом говорили. Дома целые не включены, по улицам бегали избиратели, где избирательный участок, приходили, уходили, то тогда, конечно, выборы и президента России будут полностью сфальсифицированы. Мне кажется, что сейчас администрация президента и администрация Путина понимают, что происходит. И, насколько мне известно, вчера вечером прибыла в наш город комиссия, которая будет изучать ситуацию в нашем городе. Одна из целевых установок – это отмена выборов или на ряде территорий –
я думаю, что мы в 8 должны попасть четко вот в этот список, где выборы должны быть отменены, или вообще отмена выборов в нашем вот городе. Насколько это будет реализуемо, увидим, что время покажет. Или в горизбирком, а уже оттуда обратно вернулись коррекции данных. Этого мы не знаем, но мы знаем только факт подтасовки результатов выборов на 8-м избирательном участке. Значит, я могу дополнить еще, что мы обратились в территориальную избирательную комиссию, я лично встретился с руководством территориальной избирательной комиссии 16, да, и запросил вообще копии тех вообще, так сказать, протоколов, которые у них хранятся, участковых избирательных комиссий. К сожалению, запрос остался на данный момент без удовлетворения, и сроки, так сказать, ответа тоже конкретные не были названы.